Но это потом уже. Чтобы как-то общаться, чтобы я что-то говорил. А так, для начала еще можешь попробовать сыграть против ботов. Там справа внизу в самой доте кнопочка есть «Играть». Ты нажимаешь на нее, и там будут перечень вот этих вот иконок прямоугольных. Так вот я выражаюсь, и там будет создать лобби или сыграть с ботами против ботов. Ты вот что-то одно из этих выбираешь и играешь. Тренируешься. Есть некоторые ребята, которые в основном только против ботов и играют. On it. Так, он снайпер у них в команде. Но я буду на снайпера прыгать. Yes. I didn't expect you to be so cool. У тебя... Не забрал. Я отойду. Такое себе начало. Слышал, что в доте боты не совсем уж и боты, новичку можно потренить. Да, тренируйся. Там, по-моему, даже есть несколько выбор ботов. Более профессиональные, стандартные боты, все вот это вот. Но только проблема ботов... Проблема ботов, они жестко тупят. Ну понятно, я ничего не сделаю сейчас. Undying — это вот такой очень сильный герой. Вот этот вот зомби. Он один из последних. В выборе героев. Иди ты нахер, чел. Не-не, я вообще отойду. Нереально. Еле выжил, дружок, еле выжил. Пока что вот это сложная линия. Вот такой противник есть, Undying, он у тебя забирает основной атрибут. Ну, хотя бы так буду первым скиллом бить крипов. Undying что-то отошел. Это очень хорошо. Так, ладно, крипы к нам подходят нормально. Да хотя бы так. Один, два. Окей. Нам бы отвести крипов как-нибудь. Ну, блин. Хорошо, отвел. Не отвел? Ну, попался под стан, ничего. Хотя бы так пофармим. Отстань, а? Ребят, вы ничего не сделаете. Yes.
Ну блин, дабл килл, несправедливо. Так. Отойдем, отойдем, отойдем. Хорошо, молодец. Не, давай, давай тогда убьем. Не догонит, не догонит. Все, иди нахер, чел. Иди знаешь куда, спектра хреново. Так, дальше ПТ. Ай, больно. Хорошо под виспом стоит, мне очень нравится. Хорошо. Хорошо. Вот этого можно, вот этих крипов можно добить спокойно. Больно, больно, больно. Что происходит с виспом? Что такое? Ну, 8. Неприятно, что у нее 4 уже. Нет, курьер! Ну, курьер, кстати, отлег. Он мог убить виспа. О, промоушен! Ладно, главное, чтобы ботинок не достался. Хорошо, первым скиллом откидываться классно. Он очень много урона наносит в начале. Ладно, я не позволяю ему особо фармить спектре. Но и при этом не фижу. Это очень хорошо. Так, отводик есть, шикарно. Виспу я лайк в любом случае поставлю. Он молодец, классно отыграл. Не понял! Давай, подойди. Ладно, давай крипов я просто фармлю. Блин. Всю силу забирает. Ты. Ну задротит, 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 задротит. Видно по нему. Задротит. Вот эта линия поинтереснее. Да, вот здесь вот и стоит играть. Если мы бы... Ну, как раз пати соберемся, вот на этой линии бы и стояли. Я бы тебе другого героя посоветовал. Не вот этого, не этот шарик, который со мной бегает рядышком. А другого. Это называется... Вот персонаж, на котором я играю, это позиция тройка. То есть это как бы не тот персонаж, который обязан много фармить и там тащить финал игры. Вот так вот. Но при этом ты тоже можешь много чего сделать по игре. Иди сюда! Вот так вот они расходятся, боятся моей первой способности. Так, у меня есть ботиночек. Фух. И здесь постоянно что-то происходит, какие-то телодвижения.
бойня прям настоящая. Хорошо. А если к нам еще подойдет мидер, чувак, который здесь стоит посередине, то мы точно сможем убить кого-то. Ах ты сучка такая. Ой, почти так получилось. Не понял, отойди. Саня, дай так поизмить, но ёбнем его. Хорошо? Я без ТП. Я просто приду. Хорошо, я без ТП. Ну, гений. Ага. Не, идите нахер, челы. Ну я выживу. Ребята, алло. Окружим его. И сюда, пусть я через низ. Да. И вниз зайдем под спину. Сейчас по Т2 бы еще бы они бежали. Добил, а, здесь этот. Вот этого убьем. 150 золота есть, все. Класс. Готов? Почти. Так. Боится, подходить не будет. У меня сейчас не сказать, если можно по дуэль дать и кринзу какому-нибудь. Так, с маной проблемы. Че он там себе меку собирает? Ну, мека это круто. Есть. Ладно. Андайнг ушел с линии, Клинкс тоже. Ну-ка, там что-то наверху ребята пыхтят. Хорош. Можно побить башню, го. Вот это можно катапульт убить, не меня. Аку-гу-гу! Не, вот отходим. Постоянно что-то происходит. Можно, кстати, помочь тут, может быть, как-то убить дурачков. Никого не убить. И тут очень больно, приятно. Не, ну я не буду лезть. Если что, есть скилл. Мы отходим. Все. И отходим. Опа, Клинкс здесь пришел. Клинкс. И все пришли, ребята. Но моя основная цель это снайпер, безусловно. Так, все, дальше я блинк собираю. О, нет, крип! Не, добил, все, хорошо. Yes. Можно побить. Ну,
Ну ладно, ладно. Нисп добил тоже хорошо. Ой, всех как добил, хорошо. Так, сделаю. Можно дальше, в принципе, давить, а потом до блинка. Куда-то меня. Ну и чё, и где? Ну он просто убежал. Опа. Агрудель, можешь дать? Я контракт закину. Ой-ой-ой. Прям секунду только. Как, мне надо подойти к нему. Вот может сейчас будет там. Опа! Окей. Ну ладно, ладно. Почему я такой медленный? Кто меня атакует? Дядя Гор, пошли, я обниму его. Все. Ща, блин, быстренько нафармлю. Так, есть нейтральная шмотка, что мне бы на дэмэдж? Вот это хорошо, вот это хорошо. Можно пойти, здесь я больше получу золота с этих крипов. Ну, что-то там анрил прям. Но у меня до блинка не хватает еще чуть-чуть. Я бы так бы пришел бы, но у меня блинк. Все, блинк готов. На! На! Хорошо. 48 золота, тут руна есть, все. Все, есть блинк. 15 минут, а блинк бэдмэл, это очень хорошо. Так, вези быстрее. Можно будет, ну, в принципе, снайпера убить вообще спокойно. Ща-ща. Аграс берем виду. Хорошо. Можно будет спавнить. А клин за нами где-то ходит. Давай убери. Смотри, видишь его? Видишь его? Видишь его? Видишь Клинза? Интересно, не оказалось. Не знаю. Ну блин, я не пойду дальше, не пойду дальше. Всё. Ладно, мы снайпера убили, как бы, вот эти персы. Го подфармим у них в лесу. Пока не знаю, что собрать. Может, гарпун какой-нибудь. Аграс. Не хочу, не хочу, типа. Тяжело. Так, ребят. Там наверху есть кому дефать. Так, вот теперь можно пойти попробовать убить кого-нибудь у них в лесу. Опа! Вовремя, вовремя.
Блять, не то нажал, похуй. Не знаю, нате. Блин, может быть какой-нибудь Shadow Blade Blinks? Так, дровка у нас фармит, у дровки 12-й. Так, есть дуэлька апнутая. Блин, висп, вот здесь висп вообще молодец. Можно отсадить меня? Так, ЕШБ. Так вот сделаю. Все, просто как зверь. Так, я не знаю, найти бы кого-нибудь. Подаем уже все хорошо. О, давай иди сюда. Сто пятнадцать плюс 111 дэмэджа. Бля, куда идти? Надо вот тут бы увидеть, что у них там происходит. А то пока непонятно, безвижно, я не собираюсь туда лезть. Тут вар стоит. Yes. Все, хорошо. Ой. Лаги. Я не специально это сделал. Не-не-не, не думайте, я не специально. Там рунки. Тут рун нет. Mm-hmm. Как так-то? Так, дуэль второго левела перезаряжается еще 10 секунд. Так, мы это все снесли. А мне кажется, мы даже огра сможем забрать. Дай сюда, блин, здесь вар стоит. Чё? Ну и чё? Если не упал. Все же нормально. Ага, да, стоит, верно, верно. Окей, все, уехал. Вот это вот бой не было сейчас. Ну ладно, главное, что я дуэль забрал. Можно там у них пойти пофармить. Здесь копа фармим. Все хорошо.
Там они собрали против меня алебарду, что не круто. Так, ну никого не видно. Блин, я не понимаю иногда, когда висп ульту прожимает. Я просто фармить пока что буду. Отойти. Руну пока возьми. Так, осталось чуть-чуть совсем до БКБшечки. Мы фармим у них в лесу, а может они у нас фармят. А то никого не видно на карте. Вот они все наверху. Может попробую убить? А? Там варды стоят. Там все видно, там варды стоят. Ну, пока не выйти никак, они у себя на базе там застряли. Ага. Ой, фарми. Мне не надо, плевать, фарми. Сейчас мне БКБшечка придет. Так вот. Очень хорошо. Ну, в принципе, 104 дуэли есть. Можно пофармить. Я не хочу просто прям совсем туда к ним лезть. Можем побить башню. Куда ты? У меня нет ничего. Что ты делаешь? Я не буду с ней просто так драться. Так, ну там клинкза нет, но блин. Нет, тут все отходим, тут вообще бесполезно стоять. Лучше пойти еще лесочек пофармить лишний раз. У меня, кстати, первого тира шмотка, интересно, почему. Надо лего бить. Петру можно бить. Опа. Лего тут же. Хотя бы так, ладно. Не понял. Блин, что-то я далеко полез, думал, меня подсейвит. Ну ладно, ничего страшного. Далеко зашел. Так, а что по шмоткам? Что-то все херово по шмоткам здесь. Ну вот это дает 5 ко всем атрибутам. Урон. Вот это можно продать. Ну 7-1-7, блин, там башня покоцана снизу. Надо как-то башню побить. Сейчас я сильвер соберу, потом не знаю, может кирасу какую-нибудь. Варды стоят у нас, видели. Yes.
Ну там есть шмотки третьего тира, надо их собрать. Надо подождать. Они вышли, значит, тут надо варды поставить. Ага. Где я? Блядь, не успел. Есть? Что ж так быстро-то все? Подожди, где-то может он тут фармит? Нет? Нет. Где-то он явно находится. Killing spree, ладно, убили там нормально. Так. Я вот эту тему возьму. О, вообще класс. Блин, поймать бы Клинкза где-нибудь. Он рассчитывает убить меня, но у него это очевидно не получится. Так, все, есть Silver Edge. А, Silver Edge в любом случае нужен был, потому что... Ага, гем есть. Че у нас дровка? Ну, у дровки, кстати, есть слоты, ей надо бы БКБ собрать. Потому что один стан агра или там нападение от Клинкза и все, их она... На тут варты поставить, а то, блин, мало ли, сейчас Клинкс нападет. Опа, цель. Ага. А что у него там такое? Повис? А, у него нейтральный предмет, который дает. А, это вражеская, окей. Окей, окей, окей. 32 секунды стоит подождать. Что дальше хотел собирать? Ну, в принципе, можно Кирасу, Аганим, Дейдаус, и очень хорошо. Так, ну здесь нет крипов, никого. Ой, врагов, крипов. Ну, хотя... Блин, у меня 160 дэмэджа с дуэлей. Ай! Блять, порвалась связь. Ладно, все равно вер... Ладно, все равно вернется сейчас. Все, ты не отходи. Блин, ну предупреждал бы хотя бы Клинкс, вот они там. Ладно. Не-не, отходим, 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 отходим. Башню снесли, можем Т2 вот этот побить. Ой, нет! Я уйду, я уйду. Я еле живой, еле живой. Все, мне что-то там... Если так жестко... Не видно, не видно. Да иди ты нахер. Все, отойдем. Двое умерло, и не страшно. Там Радик, блин, конченый. Где курьер? Курьера, курьер, курьер. Курьер. Все. Можно просто пойти пофармить. У меня почему-то обилки не нажимались. Я должен был раньше поражать все это. Ладно.
without a doubt. Victory is assured. Smart move. Окей. On my way. Так, чуть-чуть осталось. Silver Edge еще, да, немножко? БКБ надо. БКБ она хочет еще потом собрать. Вообще, блин, поздно. Yes. Хотя бы так, ладно, хотя бы так. Мне что-то очень больно. Мне очень больно. Че, наверх пойти? Можно го наверх. Пойдем. Пойдем? Да. Твою мать, я бегу, бегу, бегу! Есть что-нибудь? Все, ладно. У меня дуэли нет. У меня ничего. У меня статов маны мало. Курашана, да. Так надо. Пресс атак по области. Ну, дровки, очевидно, не. Блин, вот хочется кого-то убить. Опа, бегу, бегу. Блин, есть что-то проблемы с маной? Так, отойдем, отойдем, отойдем. А мана тоже побыстрее хилится, да? Где он умер-то? Внизу. Ну, кираса всегда хорошо. С дэмэджем у меня все в порядке. Так, нас видели. Убили кого? Кого убили? Ну ладно, то, что дровка убивает андайнга, в этом ничего удивительного. Ой, мне бы какой-нибудь такой предмет отличный, четвертый таверны. Таверны, я словно играю... Так, можно здесь? Опа. Так, отойдем, отойдем. Ладно, там дровка. Го с дровкой. Я тебе дефну. Все. У меня мана полная, все хорошо. Так, четвертая. Четвертая, четвертая. Я пока не буду ничего брать. Нам надо мид как-то бить. Надо в снайпера. Типа снайпер меня задудосит, блин. Снайпера бы ворваться и нижнюю линию пропушить очень хорошо было бы. Какая вот эта? Вот.
Да отстаньте от меня, все! Уйдите, пожалуйста, я просто уйду. Все, я башню снес. Все, уйду, уйду, уйду. Все, я могу, кстати, бить... Давай, 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 быстрей, 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 быстрей. Сноси, сноси, барак, 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 барак. Я отойду, я отойду. Ой, боже мой, там прям файт целый. Пресс-атак есть! Все. Там, в принципе, никого нет, можно вообще трон бить. У меня кираса есть. Мне кажется, что вы уже затягиваете сейчас по фарму сравнение с... Нет, мы уже заканчиваем, все. Так, нормально, просто бьем. Все, мы выиграли. Фух, 10-1, очень хорошо, очень хорошо. Вот здесь Висп классно отыграл, потому что он со мной бегал все время, давал мне бафы, хилку. Ой, дота подзависла.